Сьогодні в програмі: чи не нашкодить здоров'ю вагітної жінки заняття спортом? Що робити, якщо дитина росте жаднюгою? Хто і як має навчити дитину сприймати поразку? Поради спеціалістів. Багато жінок ведуть активний спосіб життя, займаючись різними видами спорту. Для них спорт – невід'ємна частина. Але коли вони носять під серцем дитину, у них виникає питання, чи можна в такому положенні продовжувати займатися. Якщо це здорова абсолютно беременность, можна немножечко ослабить нагрузки, но не переривати заняття вот фізкультурою, скажімо, в какой-то степени. Вот. Спорт есть, да, спортсмены у нас, они тоже люди, они выходят замуж или женятся и рожают детей. Вот. И, конечно, они под контролем тренера, естественно, занимаются профессиональным спортом. Ну, конечно, это не имеется в виду бокс или кикбоксинг, там, чтобы не получить травму какую-то определенную еще. Вот. Не имеется в виду какой-то тяжелый такой или там тяжелая атлетика, подъем большого веса. Регулярні заняття спортом підвищують фізичну стійкість організму жінки, покращують роботу нервової системи, серцево-судинної, дихальної, впливають найкращим чином на обмін речовин в організмі, а так само підвищують емоційну стійкість. Вранці багато вагітних жінок відчувають нездужання. Правильно сплановані і ретельно підібрані спортивні вправи допоможуть позбутися цього неприємного відчуття. Но если у женщины есть угроза прерывания беременности или другие какие-то нюансы вынашивания беременности, конечно, мы не рекомендуем никаких физических нагрузок. Категорически. Найкращим періодом для занять спортом є другий триместр вагітності. Бо в першому плід ще прикріплюється до стінок матки. У нього тільки починають формуватися системи і органи. Може виникнути загроза викидня. Тому, щоб не ризикувати, не варто давати організму велике навантаження в цей період. Припинити заняття зазвичай потрібно до кінця 8-го місяця. Є таке поняття, во-первых, лечебна фізкультура. Вона в різних сроках актуальна. Є таке поняття. Вот. Не часто може бути воно зараз употребимо, але це є. Вот, это раз. На поздних сроках спровоцировать, ну, тоже ситуация такая, можете так спровоцировать, посоветовать женщине, что она с кровотечением в роддом попадет. Это, скажем, не тот немножко совет, который можно дать женщине. Есть другие, более цивилизованные методы провокации, скажем, да. Займаючись спортом, не забувайте про те, що він повинен приносити вам фізичне і моральне задоволення. У вас повинно зберігатися відчуття комфорту, міцний сон і дуже позитивний настрій. Тільки в цьому випадку він буде корисним. Малюк до 4 років ототожнює свої речі з самим собою, тому дорослому буде складно пояснити, що з іншими треба ділитися, і ще складніше цьому навчити. Его одежда, его игрушки, его комната, его родители и мама, прежде всего, это то, чем он не готов делиться ни с кем. И применять здесь категории морально-этические, жадные или не жадные, неправильно. Время заниматься этими категориями самое актуальное. Но оценивать ребенка или ругать его ни в коем случае не вовремя сейчас. Маме нужно учить ребенка, показывать на своем примере и давать ему словесные примеры и действенные примеры, как себя нужно вести в данной ситуации. Існує два варианти подальших дій. Перший – розуміння, терпіння і очікування. Тогда мама, во-первых, на своем примере показывает, что она делится с кем-то. Она делится с ним. Хочешь, я поделюсь с тобой яблочком? И она проговаривает, смотри, было яблоко, мы разделили его. Я себе кусочек взяла и тебе кусочек взяла, дала. И мама таким образом показывает, называет это словами, показывает это действиями и потом демонстрирует прелесть этого всего. Эмоциональное удовольствие, которое получила она, и то приобретение, которое получает ребенок.
Таку дію на очах у дитини потрібно повторювати часто, використовуючи різні предмети та долучаючи усіх оточуючих. І кожен раз підкреслюють, що ми ділимося, я ділюсь. И при этом она предлагает и ребенку сделать то же самое. Дает ему две шоколадки, угости брата или сестричку. Поделись с бабушкой. Задача родственников здесь, особенно бабушек задача, обязательно откусить эту шоколадку. Показать ребенку, что то, что он поделился, пропало для него навсегда. Бабушка это попробовала, съела и безумно счастлива после этого. Якщо ви емоційно підкреслюватимете своє задоволення від правильних дій дитини, вона швидко навчиться ділитися. Личний примір і личне удовольствие всіх, хто участвує в цій ситуації, будуть його стимулювати повторювати цю історію. Сложніше буде з дітьми, які будуть попадатися йому потім і з якими необхідно буде ділитися іграшками. Здесь потрібно буде обсуждать с ребенком, чем он готов поделиться, чем не готов с приходящими гостями. Если что-то очень близкое ему, что-то очень важное, что-то для него очень ценно, то лучше убрать эти игрушки, чтобы не возникало спорных моментов в принципе. Потому что заставлять ребенка делиться неправильно. Насильственное отбирание этих вещей будет только рождать такую очень болезненную к ним привязанность и болезненную нежелание ни в коем случае категорически не уступить. Поэтому будьте готовы, родители, провести ревизию вовремя, что-то отложить, что-то убрать, а что-то чем-то поделиться. И если вы приходите в гости с ребенком кому-то, то в таком случае будет для вас безопаснее какую-то часть игрушек принести с собой для обмена с таким же нежелающим поделиться вашим счастливым хозяином и ожидающим гостей. Другий варіант – це пояснювати дитині, що всі речі та іграшки, які ви придбали та даєте користуватись, не її. Это родители купили игрушку, куклу Катю, и дают ее для игры дочечке Леночке. И вот теперь Леночка должна заботиться о кукле, должна с ней правильно играть, аккуратно ее брать, должна эту куклу беречь, лелеять и, если мама захочет, поделиться с соседкой Машенькой для того, чтобы было играть вместе с Машенькой или сестричкой. В данном выпадку займенник «моє» будете чути меньше. Но это должна быть сознательная позиция родителей, которые понимают, что то, что принадлежит ребенку, это то, что он сделал сам, либо купил на свои деньги. Такий підхід краще використовувати після трьохрічного віку. Саме тоді дитина починає розуміти, що є я, є речі, я і речі біля мене – не одне й те саме. А ось поєднувати та чергувати ці варіанти не варто. Ці ігрушки покупаю я завжди, как мама, деньги у меня. И хозяином этих игрушек являюсь я. Поэтому комбинировать это очень сложно будет. Должна быть какая-то изначальная стратегия в семье, которая будет касаться, если игрушками это кажется немножечко искусственным по отношению к игрушкам, то к каким-то дорогим вещам, которые связаны с телефонами, с планшетами, это уже будет для вас существенно. Погодьтесь, вы же не будете постоянно дарувати дівчинці ляльки, а хлопчику автомобілі. Когда ребенку будет 10-11 лет, и вы будете дарить ему на день рождения дорогой планшет, а он будет давать его друзьям поиграть, а ремонтировать его будете вы, то вопрос с этими уже решениями его, это же мой планшет, у вас будет возникать немножечко в более остром таком ракурсе. Поэтому, может быть, лучше действительно продумать такой подход к собственности вещей в более раннем возрасте и приучить себя прежде всего и ребенка к тому, что вещи в семье, то, что находится в семье, принадлежат родителям, а детям выдается в ответственное использование и хранение. Особенно если это вещи, если в семье есть двое-трое детей. Тогда как разделить мою машинку между двумя братьями? Нет, машинка мамина с папой, играют и Саша, и Ваня. Могут играть по очереди, могут играть, либо мама может забрать, если они не умеют ее поделить, потому что это машинка мамина. Для того, щоб навчити своє чадо не боятися програвати, варто розібратися, чому діти взагалі так чутливо ставляться до поразки, адже гра – це всього лише розвага. Буває так, що це личностний момент дитини, буває так, що взрослі навіюють эту идею для ребенка, да, ты должен быть лучшим, ты у меня самый лучший, тем самым повышают самооценку,
да, не всегда корректно. Перед дитиною постає проблема. Вона хоче бути першою. Так буває не завжди. И что же делает ребенок? Ребенок проявляет, скажем так, негатив. Ребенок агрессирует, ребенок истерит, ребенок не удовлетворен тем, что он делает. И здесь возникают трудности. Трудности с адаптацией, привыканием, вообще нахождением в коллективе. Что делать дорослым в данном случае? Мы должны ему помогать. В первую очередь тот человек, который находится в классном коллективе, если это класс, это учитель, либо воспитатель. А как помогать? Ситуативно. Произошла какая-то ситуация, вы должны не просто проговорить ребенку, да, что как и делать нельзя, но вы должны ему предложить те методы, то поведение, которое нужно делать. А, конечно, здесь без родителей не обойтись. Нужно обозначить проблему, либо педагоги, либо психологи должны обозначить проблему ребенку родителям и выработать свою тактику, общую тактику воспитания ребенка. В первую очередь воспитывать эмпатию. Что это такое? Это чувство сопереживания, это чувство понимания, это те чувства, которые дадут посыл в поведении ребенку, да, которые, скажем так, научат его вести себя, ну, корректно по отношению к другим детям. Співпереживання, тобто емпатію, потрібно розвивати з раннього дитинства. Через сказки, через фільми, через беседы. Беседы обязательно должны происходить с тем человеком, которым ребенок доверяет, которого ребенок отзеркаливает. Это может быть мама, папа, бабушка, дедушка, брат, сестра, психолог. Ну, то есть с тем человеком, который ребенок, сурый ребенок, что его слышать. Ще один гарний спосіб навчити дитину товаришувати – частіше грати всією сім'єю в колективні ігри. Вы можете дома, играя в шашки, в шахматы или в какие-то другие игры, которые учат взаимодействовать, вы можете проследить поведение ребенка. Как ребенок может проигрывать, либо он может вообще проигрывать, либо только выигрывать. Ведь жизнь складывается не только из одних выигрышей. Мы не можем все время выигрывать. Бывают такие моменты, когда мы и проигрываем. И это надо уметь с достоинством. Таким чином, поступово поведінка школяра почне змінюватись. Ребенок научится уступать, анализировать, обобщать свои действия и тем самым выровняет свое поведение.